После всех капризов и перемен весенней погоды для автолюбителей стартовал сезон смены зимней резины на летнюю. И хотя синоптики предупреждают о возможных заморозках, у ремонтников шиномонтажа уже выстраиваются очереди на замену покрышек. Наша съемочная группа узнала, когда следует осуществлять переход на определенный тип резины, чтобы от этого не пострадала безопасность при управлении автомобилем. Несмотря на то, что закон о зимней резине устанавливает временные рамки замены покрышек, этот переход в большей степени зависит от погодных условий. Водители со стажем рекомендуют производить смену зимних шин на летние, начиная с середины марта по апрель, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне плюс 7 градусов, а вероятность образования гололеда снижается. По словам работников шиномонтажа, сложившаяся дорожная обстановка уже позволяет осуществлять замену резины. Однако при этом следует учитывать время использования автомобиля. Уже можно, да, потому что если кто-то там далеко как бы не ездит, как бы ночью, да, может быть еще там минус один, минус два. Если кто-то рано очень сильно в Москву выезжает, то как бы в принципе еще лучше не надо. А кто по городу ездит, в черте города, если там к восьми на работу, уже как бы тепло, уже асфальт растаявший весь. Каждый день порядка 20 автолюбителей приезжают сюда переобувать своих стальных коней. Однако, по прогнозам синоптиков, к выходным ожидается похолодание до минус 1 градуса. С учетом того, что летняя резина начинает твердеть при температуре ниже плюс 5 градусов, каждый водитель меняет покрышки у своих машин на свой страх и риск. Всегда необходимо помнить, что своевременный переход на определенный тип резины – это гарантия комфортной езды и безопасности на дороге.